Выдача кредитов на покупку авто в Башкортостане увеличилась в июле на 8%, а по сравнению с июлем прошлого года на 65%. Аналитику опубликовало Национальное бюро кредитных историй. Существенный рост связан с падением продаж автомобилей весной прошлого года. В июле в республике оформили почти 3500 займов. Наиболее существенная динамика выдачи отмечена в Белгородской области. Рост на 39%. В соседнем Татарстане за месяц выдали свыше 4000 кредитов. Это на 18% больше, чем месяцем ранее. В Москве 5400, рост на 15%. Всего в стране в июле выдали 86600 автокредитов. Это самый большой показатель с начала 2022 года. Эксперты связывают его увеличение с ростом продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом, а также с возобновлением госпрограммы льготного автокредитования.